Всем большой привет, подписчики, интересующиеся своим здоровьем, пришедшие на мой канал. На недельку вырвались отдохнуть на наш известный сибирский курорт, старый озеро Карачи, который имеет старинную историю, уже больше 100 лет, и имеет в своих ресурсах соленое рапное озеро с грязью. И минеральные источники, есть скважина с озера, минеральная вода. Имеет парк, и достаточно ухоженный парк, комфортные условия. Мы там уже второй раз отдыхаем. И в парке наткнулись на россыпь грибов. Это парк курорта озера Карачи из тополей, тут много разных других деревьев. Имеет историю уже 19 века. Интересные грибы, похожие на шампиньоны. Я вам сейчас покажу. Большие грибы, распустившиеся, белые, с черным низом, то есть чисто шампиньона строение. Вот такой вот гриб, но это уже старый гриб, который старый. И дальше россыпь молодых грибов. Сейчас я покажу вам эти грибы. Вот такие заросли дикого шиповника, который расцвел. Хорошие скульптуры, сделанные на этом парке. И условия для полноценного отдыха и лечения. Вот такие залежи грибов, шампиньонов, типа, вот они, старые грибы уже есть, с кем-то сбитые, есть молодые, только вырезали. Вот, начиная вот с таких вот грибов, подшляпное пространство, такое вот розоватая, немножечко, вот она побольше, это уже чисто розовые, коричневые, тоже имеет кольцо, вот такое раскрывшееся. Запах, шампиньона, весьма обильно растут они. Вот я показываю семейство. Вот такие вот грибы. Их очень много. Насекомые на них сидят. Вот они. Чисто розовые пластинки под шляпкой. Шляпка бело-желтая. Ну, смутил запах. Запах такой немножко химический у гриба, то есть у меня сомнения, скорее всего это несъедобный шампиньон. Если что, подскажите мне, что это за грибы. Спасибо за внимание.